Братишки, сегодня мы смотрим наконец-то новый видос у Сплэша. 5 дней назад он вышел. World of Tanks приколы, 114 выпуск, эпические победы и фейлы. Сегодня заценим, что же там прикольного нам подготовил покушать, так сказать, 10, даже 11 минут контента Сплэш. Давайте сразу по традиции прожимаем лайкосы, потому что, как всегда, делает гадноту, я думаю, в этот раз не подведет. И погнали, ну чё, народ, погнали нахуй. Да. Я думаю, что будет интересно, ребята. Это как минимум. Кто-то сейчас будет на поломочках, да? Понимаю. Поломочки, ребят, заказывали? Модики такие неплохие существуют, так сказать, я слышал. Что? Это что такое? Что за чёрт? Что? Мужчина? Братанчик, ты как, нормально? Ты Тима не перепутал? Он, походу, Тима перепутал. Ясненько. Бля, нормально так отдыхает чисто лев, да? И сейчас такой думает, бля, ну что за мразь там союзная подпирает? Слабо, да? Наша игра. Ля, разбейник. Насветил 5 косых и радуется. Что? Об союзника разбился? А что, так можно было? Охренеть. Не, ну типа, я видел, об деревья разбивается. Об какие-то участки, там камни разбиваются. Ну, об союзника, серьезно. Кого? Под землю, что ли? Игре 10 лет, ребят. 10 лет игре, блядь, 10! Сейчас бы снаряды не проходили сквозь танки, но не, нахера. Бля, какая ж это хуйня. Да, 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 да. Это забей, человек, это просто забей. Чисто сложный геймплей, да? Бля, ты лох, чел, это просто тебе реально к цыганке какой-то надо чисто это карму, так сказать, отмыть. Ноль, да? Сколько выстрелов? Если ты не будешь донатить в игру. Жаль, что не показали, сколько выстрелов на самом деле. Смотрел за телефон, когда я играл и смешно застрял на раскате. На раскатке. Окей. Да ладно. Наигрался, проверяй. Наигрался, проверяй. Фантастическая игра. Изумительная. Просто ля разумист, ля. Ой. Сколько? Чего? Кого? В классом? Уф, неба. Бля. Чисто первая мантикора даже не представляет, как ей повезло, да? Неплохо отмочил, старый пердун. В этом реплее у нашего героя исчез танк. Но самое интересное, что при запуске того же реплея танк есть.
Он снял свой видос. Не очень качественный, но результат виден. Давайте обсудим в комментариях, почему так получилось. Давайте, давайте. Типа... Ну, слушай, учитывая то, что у него там миллиард модов, хрен его знает. Нормально, да, так? Не, ну это все модпак, это все галочка. В галочку просто забыл снять, вот и все. Это реальность или фантастика? This is magic. Да-да. Сложно, да? Не, ну он хоть перекатывает там что-то. Это тот же ТВП приехал мстить, да? А как же у него там, наверное, жопа горит у ТВП. Это тот же или нет, интересно? Чудо, а ну иди сюда, говно собачье, а зоришь, ко мне лезь ты. Бля. Я гать ты лох. Ясненько. Тупо лох, тупо лошок. Лошара. Не понял. Походу у тигра сгорело в рандоме от коричневых петочей, и он решил своему помешать. Или он и у него в черном списке, как Варик. Бля. Ля, тигр ему, что? Конечно, насрал. Я только одного не... Нихера он делает. Ясненько. Реально сгорело у чувака, походу, очень жестко. Этот момент топовый, кстати. Пульк. Это неплохо. Еще один. Карма, слэк, карма моментальная, да-да-да. А, он сводиться будет? Не, дядь, ну это не исторично. КВХ сводится, это херня. Так неинтересно. Два блиндшота, вот это уже неплохо. Тупо черная магия, если вы понимаете, о чем я. Расист! 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 Нет, 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 нет. Ёп, ёп. Братанчик, ты там как? Ля, потушиться поехал, да? Правильно понимаю? Бля, вы адекватные вообще, нет? Они сейчас втроем утонут, да? Правильно понимаю? Они вчетвером утонут. Они впятером утонут, да? Ясненько. Просто пять танков в одном бою утонуло, пять. Ну, типа, есть варик, что это боты, но вряд ли. Ясненько. Ну, это нормально. Это нормально. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Усюха. Фузрока. Или как там? Чисто поставил на место выскочку. Чисто поставил на место выскочку, я считаю, ребят. Лучший
мой подарочек, это ты. А, слабый геймплей, ребят, беззащитный. Беззащитный класс техники. Срочно апать нужно! Тупо с альфой, блин, боже мой, какой же такой супер. С БКшечкой. Нормально, блин, нормально. Да, вот нельзя просто так взять и не спрыгнуть на карте штиль кому-то. Любишь вот близ, тогда тебе на канал Рэмбон. Отлично. Так, а у нас тут все уже, да? Ля, мелкая писочня, чё из... Ля. Душат, ля, душат, ребят. Жестко душит. В общем, братишка, если тебе понравился выпуск, обязательно продавливай большие пальцы вверх бладистанции. Тупо забаньте эту кнопку лайка, ушатайте ее, вынесите вперед ногами. Буду вам очень благодарен. И обязательно подписывайтесь на канал. Вот, чтобы жопа не болела, не кусали комары, чтобы все у вас было отлично. Подпишитесь, братишки, прямо сейчас. Сделайте это. Just do it! Спасибо большое за просмотр. Удачки. Пэ-пэ.